Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня, ребята, мы начинаем проходить игру Dead Island Riptide вместе с Only First'ом. Всем привет! Да, в принципе, ребята, решили мы пройти эту игру. Не скажем, что такая новая игра, вышла она вроде в 2013 году. Но все же, в кооперативном намного интереснее ее проходить, чем одному. Думаю, вам понравится. Ну что, пошли обыщем. Для начала давай лут прошарим. Давай так, сейчас. Так. Нам нужно бежать в какой-то лагерь экстремального туризма. Угу. А, тут... Бежали. Ты можешь выставить направление туда, на карте. Сам тебе путь покажет тут. В принципе, тут лута нету, я обыскал. Так, нет, хотя вот провод я нашел. Маленький. Пошли. Ну, игра действительно прикольная, просто мы уже пробовали много игр проходить, да? Одна не пошла, одна не запускается, другая не активируется, и дошли к тому, чтобы пройти вот эту игру. А, кстати, когда мы проходили пролог, потому что тут нужно... Точно. Да. Она меня очень увлекла, тем более я купил джойстик и как-то, знаете, быстро приспособился, даже не заметил, что есть сложности управления на геймпаде. Да, мы пролог проходили, так как мы прошли его без записи, потому что его нельзя пройти в совместном режиме. Там да. Так, один начинается. Кстати, сюжет вполне неплохой, согласись. Ну да, да, это продолжение первой игры, да, первой части. Как бы они уже сбежали с острова вроде. Так, сейчас, секундочку, звук убавлю немного. Они вроде сбежали вот с острова. А посмотри только, вот смотри с мостика, какая красотища, да? Так, да? Ну, в принципе, да, действительно красиво. Игра как бы не некстген технологии, да? Да, кстати, ребят, боюсь подчеркнуть, что... Так. Чего? Хотел подчеркнуть, что хотя игра 2013 года, но все-таки, да, какая графика, да, отличается. Какая. Кстати, многие игры сейчас 2014 года во многом ей уступают. Да, так, сейчас я вообще туда бегу. Что-то я куда-то поставил бежать, а... Нет, нам походу, нам на этот мостик нужен. Кстати, это там вверху не враги, нет? Ну да, да. Так, сейчас как бы сюда залезть. Вот, походу вот сюда, да. Так, ну нам сейчас нужно зомби раскидать вроде, и спасти вот этих людей. Так. Так. Бежим. Так, там уже бьют кого-то? Да, да, да. Давай поможем. Забори. Давай. 16 уровень, нихрена себе. Я урона, в принципе, хорошо наношу. Ага. Оу, так, меня... ух ты, меня тоже как-то немножко... нажимай на букву Э. Да. На букве там ты их отталкиваешь, что-то такое, пинаешь. А у меня геймпад, ты забыл. А, точно. Нет, я в принципе знаю. Так, они, кстати... О, у тебя почти тяжелые. Нет, я держусь. Чё-то меня почти что уже... Я сейчас помогу, подожди, тут одного нужно... Немножечко угандошить, есть, замечательно. Ай, давай еще вот так. Этого запинаем, отлично. Так, я помогу, пожалуй. Давай. По основному заданию. Ага. Чувачку. Так, где там? Кстати, смотри, какой жилистый, да? Видимо, качок был в реальной жизни. Да. Охренеть, мне, короче, сейчас... Что, где ты? Просто отходи, я сам возьму его. Ага, давай. Я какой-то, нет, не мачете, что-то. Есть, все, в принципе, убил. А, давай, подбирай вот какое-то оружие. Тут, ну да, тут можно потом крафтить будет. Кстати, модификация гвоздь можно подобрать. О, давай, побежали вот сюда, тут людей спаси вот этих нужно. Давай, главное успеть. Тут да, их может убить, в принципе, да? Да. Так. А, в голову, знаешь, целься, и оно как-то быстрее намного. Я уже проверил. Или просто сбивай их с ног. Ах, ни хрена себе, меня кто-то пнул. Так, да. Сейчас тут еду. Так, вроде у нас уже больше, да, в принципе, помощь. Да. Чувствуется. Тут так, валяются тут... вот эти все. Они вот смотри, троем бьют одного зомби, никак не убьют. Все, замечательно, да. Я им. Да. В принципе, ох. То, что я не понимаю, почему. Смотри, сразу... кстати, зомби, да, так приспособилось, что среди людей их можно было и не различить. Ну да, да. Я вот так вот стоял и не понимал. Хорошо, что просто урон своих отключен. Так, вроде все. Ага, новый уровень у тебя тоже, да, появилось? Да, вроде. Не знаю. Так, задание завершено, выброшенное. Угу. Так, сейчас куда? Кому нам бежать? Задание. А так, там посмотри, там я пока. Вот этот чувак.
Уже его я пока посмотрю, что тут у нас есть с чего-то полезного. Так, есть у нас... Угу. А, можно отремонтировать, смотри, какое-то свое оружие. Я уже прохожу задание, сложность 3. Нам... Все, отремонтировал я, в принципе, ножик свой, потому что он урона стал меньше наносить. Когда очень много так, уже. Я тогда не начинаю пока что задание, а тоже себе отремонтирую. А где это все? Ну иди сюда, а, где вижу, мы собрались. Такие столики, да? Так, что мне отремонтировать? А, и там есть, потому что я наверху, собственно, это все делал. Так, ну все, начинай задание. Вот это. Еще чуть-чуть, и нам бы конец. Угу, сейчас. Так, сейчас. Мне тоже, да, нужно? Да, не, вроде и... Фиг его знает. Сейчас мост попробуем. Ставит нас всех под удар. Надо что-то с ним что сделать. У нас еще есть? Так, обыскать. Можно еще урну обыскать сейчас. И быстренько. Пусто, к сожалению. Наше слабое место. У нас есть заграждение. Может, получится их замедлить, перекрыв другие входы. Нужно какие-то заграждения взять. Да, я вижу. Так, ну я начинаю задание. Давай, я за тобой. Я не знаю, начнется ли у тебя, но думаю, что да, если мы... Нет, ну естественно, мы же кооператив. Все, побежали. Сейчас, а где вот эти... Вот, появились вот эти... Так, да, у меня тоже появилось. Давай, вот это всё. Защитное ограждение. Так, это вот сюда. Отлично, одно установил. Что-то ты бегать как-то не... Так, закуску можно, смотри, давай подкрепимся немножко. Да, я уже вылечился. Тут везде валяются вот эти все. Замечательно. Так, ну я уже два заграждения установил. Ты вот на карте смотри, там где вот такие... Ага, да, я вижу, все, я за третьим бегу. Давай. Да. Вот, есть. А то сейчас попрут зомбари. Так, и вот на этой стороне тоже. Есть, поставил я. Я последнюю ставлю. И вот сюда. Готово. Отлично. А где тут еда, где ты говорил? А, вот тут. Ага, и вон там вот еще есть, где мы первое заграждение брали. Там тоже полный так, ящичек. Подготовьтесь к защите лагеря. Ух, сейчас нападут. Кстати, я посмотрю в наш инвентарь. Так, давай, я тоже. Хочу. У меня, в принципе, один ножик. Плохо. У меня фомка, самодельный нож, бейсбольная бита. Ух ты. Так, ну, в принципе, тут оружия нету. Так, убейте всех нападающих монстров. Давай. Сейчас будет жарко. Я просто чувствую нюхом. Давай, так, ты с одной стороны где-то. Ух, ни хрена себе. Смотри, вас... через решетки, которые мы поставили, проходит урон на зомби. Ага. А так, нужно... это далеко. Нужно потом как-то будет уничтожить. А смотри, они просто уничтожают наши постройки, которые мы только что сделали. Зараза. Да, они прорвались, нужно им просто не давать этого делать. Ага. Так. Так, все, я... Ах, ты такой вот. Ставься. Бойкий какой. Я пока буду держать оборону, ты постарайся, да, все поставить. Да. Отлично. Нужно потом вроде еще как-то мост взорвать. Отлично, минус один сделал. Нам что, какой-то так. Чувак подключился? Да, похоже, да. А как, если я поставил два? Да ладно, неважно, в принципе, да? В принципе, да. Главное, чтобы... Будет веселее. Чтобы что-то делал хотя бы. На тебе. Так, у нас по-прежнему задание, да, уничтожить, потому что их что-то очень мало. Вернемся. Так, поговорите с Тревором, да, все. Да. Это как в GTA, Тревор. Ну что ты, будешь разговаривать, нет? А он, кстати, почему-то не хочет. А, просто нужно, чтобы все игроки зашли в этот круг. Жаль, что до этого дошло, но иначе нам бы не выжить. Заграждение действует, но по поводу моста вы правы были, надо его взорвать. Это слишком опасно. Надо взять ракетницу и поджечь. Кто пропустил? А он, похоже. Вот зараза. Я даже геймпад положил, чтобы сюжетную линию не пропустить. Сейчас, тут можно так. Как-то голосовать. О, мне отдался пистолет. Отлично, я помогу. Пожалуй. Голосовать за исключение персонажа. Так. Окей. Ты можешь голосовать за исключение? Да. Все. Ты, похоже, просто не вышел со стима, понял? Ага. О, смотри, загорелся. Какой у меня хороший пистолетик. Да иди ты, да чё она... Я, знаешь, похоже, вылезу наверх. О, все, я взорвал мост. Так, отлично. Потому что я...
О, мне бы тут помощь не помешала бы. Хорошо, я уже бегу, подпалил одного зомби. Ах, мне стоит один раз попасть и все. Так, стальной пруд подобрал. Отлично. Новый уровень. А, все. Отлично. Отлично. Фу, взорвали мы мост. Не будем, да, пропускать, собственно, чтобы не пропустить весь смысл. Я слышала взрыв. Вы взорвали чертов мост? Это действительно было необходимо? Слава богу, вы выжили. Ага, теперь за мной должок, мудила. Давай, живо, сукин сын. Стоп. Я в долгу не останусь. Похоже, вы все знакомы. Я знаю, что вы обо мне думаете, но клянусь богом, я не желал вам зла. Не я командовал операцией. Это все Серпо. И кто он такой? Он работает на частную фирму. Мое начальство в кармане у его начальства. Все решения принимают они. Мне жаль, что они с вами так поступили, но он никак не мог. Зачем именно они здесь, полковник? Ходят слухи, что они пытаются использовать эту чуму в качестве биологического оружия. У вас иммунитет. Полагаю, ваша кровь необходима им для исследования. Вы об этом знали и даже не попытались им помешать? Я солдат. Я выполняю приказы. Ну, солдат, слушай мой приказ. Иди-ка ты в жопу. Просто послушайте, я могу вам помочь. В Хендерсоне есть военная база. Я знаком с их командиром. У них есть продукты, вода, оружие. Они знают способ выбраться с острова. Когда мы в прошлый раз доверились военным, нас бросили в клетку. Послушайте, я понимаю, что вы чувствуете, но у нас не так много времени. Этот остров будет скоро взорван. Взорвать? Ага, то же самое нам об Аной говорили. Что-то там бомб не было видно. Вы в этом уверены? Понятно, почему столько вертолетов в последнее время. И все с ящиками со снаряжением. Именно. Они пытаются замести следы. И как только эвакуация закончится... Они хотят сбросить бомбу? Слушайте, я ни хрена не доверяю этому гаду, но его надо выслушать. А вдруг этот козел реально говорит правду? Надо сваливать правду. Этого драного острова. Чтоб меня... Что ж, значит, в Хендерсон? Если это так, мы все отправимся с вами. Что ж, пора действовать. Иммунитет только у пяти из нас. Кому-то надо остаться и защищать лагерь, пока остальные уйдут на разведку. Хорошо, пора за дело. Ладно, полковник, но если вы лжете, да поможет вам Бог. Больше помочь будет некому. Фу, разговорчики. Да, но... похоже, у нас появилась подмога. Так. Если бы еще знать, куда сейчас бежать... Мы, в принципе, можем тут даже побочные задания проходить. О, у нас уже вторая глава. Да, быстро время летит. Выход есть. Так, трейлер. Так, поговорите с Харлоу. Где он? Команда, умение, рюкзак. Умение, так, я могу что-то изучить, что бы изучить. Урон от режущих оружий плюс 5, да? Вот это можно. Так, я посмотрю боеприпасы для сигнального пистолета. Тусовка. Так, ну что, начинаем задание или, в принципе, сколько? Да, естественно. Сколько уже времени прошло? А, так, там минут, наверное, 10-15. Ну что, я начинаю, захватите лодку. Да. Друга не жалуете, правда? Да уж, он меня в трюме корабля запер. Еле выбралась. У остальных из-за этого проблем не будет, правда? У нас и без того забот полон рот. По-моему, это не ваше дело. Расскажите лучше, как добраться до Хендерсона. В джунглях все размыто муссонами. Так что, видимо, только морем. Тут есть один парень из Халая. Он говорит, это рыбацкая деревня. Там должны быть лодки. Если удастся заполучить одну, можно будет легко добраться до Хендерсона. Когда в путь? Да, в принципе, сейчас же начинаю задание. Конечно. Да, естественно, хорошо. Нечего тянуть. Чем быстрее доберетесь до Хендерсона, так. Тем быстрее мы отсюда выберемся. Как видите, каждый из нас вносит свой вклад в общую безопасность и благосостояние. Если достанете нужные припасы, сможете воспользоваться нашими способностями. Ну это может на начале вот такие долгие разговоры, чтобы вникнуть в суть самой игры. Да. Так, сейчас, давай, ты уже за мной побежишь. Да, да-да-да, я не отстану. Поспрашивай людей, что-то там. Оп. Так, у тебя нету умений, которые можно изучить? А, умений? Нет, пока нету. Сигнальный пистолет, ну ладно, побежали тогда. О, машинка! Отлично, наконец-то. Транспорт это всегда хорошо. Так, давайте я возьму на себя красного. Давай. На тебе. Так, когда энергии нету, можно вот так ногами добивать. А я, в принципе, посмотрел пролог и все, изучил как бы. Ага. Уже сам понял.
Ух ты, ничего себе, он меня долбанул, смотри-ка, да? По здоровью у меня не очень. Да. Отлично. У меня прогресс в испытаниях, мертвые идут. Ага, ты с них подбираешь. Я возьму. А я тебя могу ударить, нет? А ну, попробуй. Нет. Отлично, ну что, давай. Так, поехали. Машинку. Так, ну и я. Так, поеду как пассажир. Давай, так. Сейчас бы еще знать, куда ехать. Посмотри на карту, вон 470 метров. Да, но то, что карта не показывается как бы в самой игре, я вижу. То есть нужно заходить в таб. Я вот смотрю, не могу налюбоваться, да, так? Ну графическими, да, настроечками. Игра крутая. Для 2013 года. Так, еще машинка тут. Нафига опыта за них дает? 400? Да. Главное убивать, почаще не лениться. Да. Ух ты, 10 тысяч опыта дало. За что? Ничего себе. Мне 160 всего лишь, как пассажиру. Ну, так. Я походу нам сейчас вылазить нужно. А, или же вперед смотри, а там завернуть можно было вполне. Да фиг. Нет, нам нужно вылазить. Ну, давай посмотрим. Давай, вот сюда наверх. Хорошо. Походу сюда. Ух, ни хрена себе какой-то тут мутантик. Так, а этот, походу, блюется. Да давай лучше пробегаем, может. Да. Там их куча. Потому что я еще с Left 4 Dead помню. Примерно такие вот. Ну да-да, что-то такое. Да-да-да, нам нужно было 100% слазить, потому что... О, сзади, так, сзади, сзади, сзади. Смотри, я вижу. Я возьму на себя его. Отлично. Готов. Давай, побежали сюда вниз. Че, нам нужно лодку, да, какую-то найти? Да. Так, вот сюда. А, три задания, смотри. Давай сначала, которые поблизости. Так, потом 30 разберемся. Метров осталось. Вот, в принципе, в этой окрестности им нужно. Оу. Так, я возьму его. Этот буйный сильно пациент. Так, отлично, потому что у меня энергии было на нуле. Ага. Ух ты, вот какой-то здоровяк. Да. Главное, чтобы он тебя не впыхнул. Тихо. Смотри, 2-3 удара и отходи. Он махнет и вновь подходи. А не то есть, понял? Ага. У них отдышка идет после одного удара. Рюкзак. Сигнальный пистолет. Ух, он сильно такой вот, да? Да. Туз, и походу, слышишь, я потерял свое здоровье. Прибегаю вновь к нашей точке. Бегу, уже на месте. Осторожно, он очень бьет. Он мне, короче, одним ударом снес полностью все здоровье. Ух, чё-то я куда-то залез. Так. Есть. Что за хрень отсюда выбрал? А ты слышишь, попробуй умереть. А, ты отреспавнись, я тут рядом. Я только что так же был. Не, ну просто сама суть того, что я отсюда выбрал. А, сейчас я куда-то. Ух ты, смотри, как он мощно-то бьет. Прошлым разом у меня был полный заряд здоровья, и он полностью одним ударом все снес. Офигеть. Так, я, пожалуй. Вот вы, ребята, тут намутили, хрен выберешься. Так, закусочка. А что мне? Тут есть здоровье, если что. А, умри именно от этого. А как я умру? Ну, от этого вот, парня. Ай, плохо. Да, то, что тупо, смотри, я даже отсюда не могу выбраться никак. А ну давай сейчас, я залезу к тебе и попробуем, наверное. А знаешь как? Смотри, ты меня видишь? Присядь. Сейчас. Пускай он меня убьет, да, да. Буду пусть я... убивает и мы. Ну давай. Чё ты такой медленный? Ты можешь его, в принципе, бить, чтобы дразнить. Он туда упал, он оттуда уже не выберется. Все замечательно, ты отреспавнился, я знаю, где, да? Сейчас. Угу. Как оно там спавнится? А, вижу. Вот как. Все, ты тут рядом, да? Да, я тебя вижу, я там же отреспавнился. Ага. Смотри, мы уже у задания. Вот нас ждет уже человек. У ворот. А чё, у меня все пушки пропали вроде. А, нет. Так, чё, валим его или нет? Нет, он оттуда не вылезет, в принципе. Нам еще дело в том, что сигнальные ракеты понадобятся, которые у тебя в пистолете лучше. А, ну да. Не нужно. Так, да. Так, Джексон, я нажимаю. Ага. Вы привлекаете их внимание. Мне нужна лодка. Можно договориться по-хорошему или по-плохому. Решать вам. Нет у нас лодок. Уходите. Да ладно вам, у вас этих лодок хоть жопой жуй, а мне нужна всего одна. Лодок больше нет. Господи боже,
Как думаете, почему мы до сих пор здесь? Все, кто мог уплыть, уже уплыли. Что за хрень такая? Не может быть, чтобы на острове не осталось ни одной лодки. Может, на пристани еще остались, но ее захватили. Все, кто там был, погибли. Если прожить... Харлоу, не осталось ни одной сраной лодки, все свалили. Так похоже нам... Вот туда куда-то. Да. Побежали. Зомбарей тут опять куча. Ты с них тоже лут собирай. Да. А, так, вот этот вот. Так, проэкспериментировал немножко. Ух ты. Так, отлично. Я сейчас возьму. А, ты уже забрал, да? Ага. Из него. Так, есть еще. Отлично, облутал. Опять там вот этот монстряк. Лучше к нему пока что, думаю, не соваться. Тут и так. Да, подожди немножко. Все. Да, проблемы еще будут у нас с головой, поэтому лучше не нарываться. Так, я за тобой. Сейчас, лезу я тут. Сейчас, я себе, может, что-то сделаю. Так, я открою чемодан, смотри, $48 я нашел. Если бы они так в жизни на дороге валялись. Так, еще 15. Бейсбольная бита, модернизировать. Да. Ни хрена себе создать. Модификация гвоздь. А, найдите наркотики для Брюса. Смотри, есть дополнительное задание. Вот он сидит. О, у нас. Смотри, какая у меня пушка. Ничего ну, себе. Пушка? А как ты сделал, собственно? Да тут создать, и там есть отремонтировать, модернизировать и создать. Там, где создать, если у тебя, конечно, гвозди есть. Сейчас посмотрим. В принципе, можно это все сделать. Так, создать и модифицировать гвозди. А, у меня нет. Не получится, но ничего страшного. А ну попробуй, тут вроде обмениваться можно? Предложить а ну, обмен. Давай. Сейчас. Серп, ключ, алкоголь, зажим, мыло, лимонный сок, болты, наручные часы, лезвие. Нет, у меня нету. А ну да ладно, ничего страшного. Так, вот ваниль. Найти наркотики для вот этого чувака. Думаешь, будем? Или просто побежали? Главное? Нет, давай, наверное, на задание. Да, так. А отсюда выбраться нельзя? Нет, в принципе, давай по прямой. Давай отсюда. Так, да. И, пожалуй, в обход. В принципе, я понял, куда. Ну, по мостику. Ох. Тихо. Будем сражаться или лучше побежали? Не-не-не-не. Да, ух ты, хорошо. Вот действительно Left 4 Dead. Да-да-да, кстати, вот этот вот вливальщик. Не нужно. Так. Нет, он какой-то жир. Ни хрена себе. Еще и плюванул на меня. Да, это как с Left 4 Dead, кстати. А, забыл название персонажа. Да. А, так, можно подняться, я вижу. Забраться. Давай за мной. Сейчас я эту уже башку проломлю. Все. Так, хорошо. Да в принципе не морай себе голову, лучше бы просто лез. В принципе, да. Так, можно вот так же по камням забраться, смотри. Тут еще какие-то отпечатки с кровью. Я тоже забираюсь. Так, вылез. В принципе, чисто. А, есть два убитых лежащих зомби. Все, подбираю с них лут. Угу. Так, у одного такое вообще стрёмное лицо. О, тут их куча. Может... А, прогресс испытания, тусовка. К лагуне мне удалось так. Нам походу есть... Пожалуй, будем просто. А еще тут да. Есть инфицированные. Когда не нужно давать, просто пробегаем, чтобы быстрее. Да, можно, в принципе. О, вот эти бешеные. Ух, тихо, это бойный. И при этом быстро бегает. А-а-а. Так, давай я помогу. Этих нужно лучше убивать. Тихо. Я возьму на себя. Ух ты. На. Так. Мне нужно срочно подкрепить здоровье. И немножко побегать, чтобы оно восстановилось автоматически. Так, замечательно. У меня первый уровень дробящих умений каких-то. Я уже их, получается, получил. Так, спокойно. Лучше... Да, побежали. Давай лучше. А то мне капут, короче. Да, потому что мне тоже, я же вижу. Мощно бьют, ну, ребята. Как бы мы еще начальные уровни, да, тут. Угу. Нужно прокачаться, там можно, в принципе. А ну давай потом уже думать за драку, когда будем хотя бы левелов пятых. Да нет, мы вроде 16 уровень где-то, 17. Так. Как бы оно сразу вроде на начале, вот так. Так, лучше давай, короче, валим. А что нам нужно вообще делать? Что нам тут найти нужно? Так, 50 метров. Ну, в принципе, давай на задание, там посмотрим как раз что. Давай, а куда нам? Так, алкоголь я подобрал. Сзади куча. Да, вижу. А куда нам вообще? О, я лодку вижу. Так, я вижу на карте. Нам, походу... Да.
Давай садись, вот садись, 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 а то там уже... А я не знаю, куда нам и как нам вообще ей управлять. Так, нету весел. Или... За мотором? Ага. Охренеть. Так, неплохо. Ох, давай, короче, сейчас. Проблемы метров. Только начинаются, мы думали, да. Что... Давай, давай. Слушай, позади. О. Ух ты, как капут у меня... тут много. Я не знаю, куда нам бежать. Так, давай в дом. Давай, пожалуй, да. Вот сюда. Давай куда-то. Капут, их тут много. А во, 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 тут нас не достанут, 100%. Или достанут. О, ты, я, ты, в принципе, ты, тихо, давай, тихо, тихо. Давай, короче, тут по дороге. Тут есть машина, но я не знаю, если... А, у меня уже можно тут прокачивать умения, но, по сути дела, я сейчас не могу выбраться. Сейчас я, короче, подойду, побежал, к тебе. За мной какой-то... Хорошо. Я тебя догоню, не волнуйся. Давай. Так. Я даже не оглядываюсь, я просто бегу, да... Ай, не-не-не, где ты? Дайте мне запрыгнуть. У меня очень какой-то резвый персонаж. Даже... Все. Все, умер? Нет, я на крышу забежал, они сейчас все за тобой бегут. На тебя. Нет, я бегу. Так, смотри, в этом здании, кстати, где ты? Я на крышу. Тут как раз и нужно что-то сделать нам. Ух ты, ты, ты. Так, я, похоже, дело сейчас отключусь. В смысле? Ну, убьют меня. Так, как ты вылез на крышу? А, по этим ящикам вижу. Так, энергетический. Так, нет, тут начального ящика нету. Нужно начинать прыгать примерно отсюда. Так, был лут, но я пропустил. Да, здоровье важнее. Ну, да. Открыть, открыть. Так, тут нельзя выбраться, я вижу. Нет, все, можно. Игра, кстати, полна возможностей, ты заметил? Ну да, да, да. Так. Так, ну я тебя жду. Пошли. Я на месте. Войдите в мастерскую. В мастерской, походу, сейчас там какой-то здоровяк 100% будет. Да, босс будет по-любому. У тебя такая неплохая, да? Чего? Игрушка. Ну да. Да, в принципе, я как раз этого персонажа выбрал. Она вроде такими умениями, как... Так, я прикрою тебя. Ты пока вылезай. Ага. Теперь я. Я говорю, я проходил эту игру уже очень давно, и нам вроде на крышу нужно. Да, но я еще ни разу не проходил, а тем более в кооперативе. Так, нам сейчас... Найдите двигатель для лодки. Да. Кстати, где он тут? 94 метра. Вот. О, я спустился. Ни хрена себе, басяра. Ну как? Так, ну что, спускаться к тебе? Давай. Тут, так. Тут, короче, знаешь, как в Dead Rising, тут можно находить, ну как это, не свитки, а... Да-да-да-да-да-да, да, модификации. Да, модификации. Сзади-сзади еще какой-то чувак. Да-да-да, вижу-вижу-вижу. Так, модификация колючка. Ух ты, ничего себе, вот с этим лучше не шутить. С этим лучше... Сейчас я... Кстати, я, похоже, умер, но я сейчас приду. Так. А, я тут и появился. Очень хорошо. Убежали отсюда, убежали. Давай, может, этого босса как-то постараемся завалить. А вот мотор, я нашел его. Двигатель, точнее. Пытаемся его убить. Нет, знаешь. Ты не можешь его убить, потому что ты несешь это. А как нам отсюда давай выбраться? Смотри. Пошли вперед. Ты меня немножко как бы прикрывай хотя бы чуточку. Ну, как-то стараюсь сзади. Да, отвлекай их на себя, я, пожалуй, найду сейчас выход, хотя бы какой-то, но, кстати говоря, да, нам никак тут, не выбраться. О, двери, да, вижу. Немного. Ай, давай, быстро, побежали. Да, не, ну я как бы, это максимальная моя скорость. Ты не можешь бежать. Так, а мотор достаточно тяжелый. Так, нам еще 70 метров туда нужно добраться. Они за нами. Да. Да. Ну он тот медленный, поэтому как-то сможем убежать. Так. А вот этих нужно все-таки убивать, потому что они за нами будут бежать. А пожалуй, расчищай путь, пока я иду. Да. Так, нам куда-то сюда, по идее. Так, а мне нужно как-то, знаешь, чтобы не падать, я, пожалуй, сюда. Давай. Так вот, по досточке. Отлично, прошел. Мы у лодки уже, да? Ну как, 35 метров. Так, ну я немного вперед побегу, посмотрю, кто тут да-да-да есть. Да-да, чтобы... разведай местность немножечко. Ух, тут какой-то... Да хорей меня пинать! Да ёлки-палки. Это буйный, да? Сейчас. Ай, погоди. Так, я пошел пока ставить на лодочку. Потому что там могут на тебя напасть, но в принципе... Нет, пока не нападают. Вот, я поставлю. Сзади за тобой. Так, ну я уже поставил, я успел. О, меня как раз прилагало и... Давай. Полезай.
Полицай. Давай, давай. Так, место водителя, давай. Я не могу. Да ладно. Вылезу-то помогу тебе, да? Сейчас, давай-ка мы, может, лучше этих раскидаем, а то я не могу сосредоточиться далее. Сейчас. Все, отлично. Вот так вот. Все вроде. Отлично, давай сзади, пока... Сзади. Да, ёлки-палки. Эти бешеные. Да, просто какой-то. Так, все, нет. А что нам нужно? Да, вот... сейчас нам нужно сесть в лодочку, не волнуйся. Так, нам главное, знаешь, как-то убить их. А то бегут, да бегут. Так, давай, пожалуй, садись. Вот быстренько постараемся убежать. Садись. Смотри, набегают. Место водителя. Все, убегаем. А что за хрень? Это меня, ты возил, да? Меня убили, не знаю как. Сейчас. Так, давай. А, меня тоже сейчас убьют, но ничего. Жарко, да? Очень жарко. А, вот это что... Нам не дают, мне не дают, короче, даже... Да, просто нужно, пожалуй, да, перебить их. Да, мне не дают даже... Так, я верхнего ликвидирую, бери на себя маленьких, потом вместе убьем большого. Так, меня ничего себе. Ни хрена себе. Чего-то их тут нереально, как-то много. Да. Ну давай. Тихо. Где ты? А то я вообще... Так, я вижу. Так, тут еще один. Ну, харе, да чё вы? Сколько вас тут? Охренеть. Да, тут, конечно, проблема. Ты... Смотри, знаешь, какой план? Давай, короче, пойдем сейчас в этот дом, что напротив лодки. И, в принципе, их привлечем внимание. Я бегу как могу. За мной тупо вся орда бежит. А меня вот эти бесячие... Ах ты! Так, нам действительно нужно в какой-то один дом залезть. Так. Я, в принципе, смотри, на воде. Они будут сейчас падать в воду. Так. Охренеть. Что там? Меня с одного удара убили. Я походу, вот тот, знаешь, в пупыриш, как вот тот. Ага. Он, короче... Так, нам нужно просто сесть. Вот просто сядешь и... Он, так, он взрывается. Да. То есть лучше... В общем, смотри, ты сядешь, и я сяду. И он тогда едет, в принципе. Так, я тут. Но нам нужно... Угу. Перебить их, потому что я когда начинаю... Нет, тут они похожи, знаешь... Спанятся просто, да? Да. Так, ты где? Беги ко мне просто. Смотри, я уже у лодки. Ты привлек их внимание, сейчас можно, в принципе, одолеть их. Давай, я как-то пытаюсь, но... Ах, так. Да мне бы, в принципе, хотя бы выбраться. Так, тихо, не нужно выбираться. Все, поехали, видишь? Какую я же говорил. Нам, походу, вот сюда нужно. Ускорение. Как? Да давай, не выбирайся ты, да чё ты... Да ёлки-палки, она меня кусить хочет. Смотри, как он ко мне пристал-то. Оу! Садись. Сошусь. Давай, так. Кокусу. Просто жара, ребята. И это еще первая миссия. Да, я короче, можно себе валю... представить, да? Они с воды вылазят просто-напросто. А знаешь что, управляй так, чтобы не попадать на вот этих вот водяных, потому что просто отцепиться от них вообще нереально. Ага. Ух, если бы я знал, куда нам еще ехать, так вот сюда. Так. Капут. Жарище, на самом... О, нам опять вылазить. Нужно. Мало того, что тут у нас жара, да, на острове. Так, ну так. Что, приготовься. Да. Кстати, они догоняют, похоже, нас, да? Да, давай. Чего себе? Так, давай просто убегаем. Давай просто валим. Сейчас, да. Так, пожалуй, в пещеру нужно, да, зайти? Давай попробуем. Ну давай, ну в пещере... Возможно, какой-то есть лут. Да, 100% есть какой-то. Так, смотри. А знаете... Здесь вполне можно жить. Так. Сюда бы телевизор. Давай. Нас... Ну, я думаю, кто-то не спанится. Не так, будет. Закусочка. А, кстати, через пещеру можно, смотри, свалить. Прям. Погнали вот. Я бы свалил, если бы меня не убили. Так, тут много лута, ты пока... Я пока... Так, модификация яд. Отлично, еще подобрал.
А где ты, где ты, где ты, где ты? Я в пещере. Ты просто вперед побежал? Да-да-да, вот. Нет, там нет ухода. О! Там было много. Назад. Назад, все. Выбираемся. Так, немножко облутали. Вот эти бесячие, я так... Короче, бежим наверх, да и все. Да-да-да. Они такие быстрые, что я даже от них не успеваю убегать. Кошмар, возможно, это только в кооперативе, да, так много зомби? Да, потому что, в принципе, сложность, наверное, увеличивается. Нам бы машину найти так. Какую-то, да погнать отсюда. Нет, это похоже нам, на сейчас. Нам наверх, смотри, да, есть вот, собственно. Давай за мной. Почему? Туда наверх. Вот. Ты за мной. Я смотри. Да-да-да-да-да, смотри. Да не-не, ты не... Нам туда. Нам туда, похоже. Куда да, я влез? Да фиг его знает, если честно. Смотри. Но я, в принципе, вылез, смотри, можно их отогнать. Да, я как раз, тут. Я как раз для так. этого... Ай! Так, да, а нам туда, куда ты, собственно, и указывал. Ну да. Чего ценного нету, я пока пособираю лут. Давай. Журнальчик, путеводитель по острову. Ай. Ребятки, вы, конечно, бесящие. Так, так, так. Давай. Все, побежали. Это, наверное, только в кокпите. Это просто, конечно, это похлеще, чем Dead Rising. Потому что в Dead Rising зомби какие-то тупые. Ну, да. Смотри, есть машина. Иди да, сюда. Да, мы уже, в принципе, вот тут. Нет смысла. Ах, убили, зараза. Сейчас я прибегу. Просто в Dead Rising, да, ты с одного удара можешь там 30 зомби убить. Да, а вот тут вот попробуй. Спотеешь. Ожидание других игроков. Да-да-да, я вот уже возле тебя, смотри. А что это такие за лаги какие-то были странные, да? А, все, ху, автоматически. А, это просто, дороги, да. Дороги нет. Охренеть. А мне... Какие-то лаги были только что, я не знаю, почему она не прорисовывается. Так далек. Зомби тут, конечно. Да. И чё, я... Да. Давай, в принципе, потом... ребят, на этом можно закончить. Да, было жарко. Видимо, так, у меня еще какой-то, я не знаю, лаг на этом месте было. Да, как раз я думаю, да, давай, не беги туда, потому что тут зомби нету, давай лучше тут закончим, да, и выйдем. Да. А закончим, ребят, пожалуй, на этом месте, потому что, видите, еще у меня какие-то, собственно, проблемы, возможно, не прорисовка. Ну да ладно. Хорошо. Для вас вернусь комментировал Only First, Эдисон. Всем удачи и до следующих встреч. Пока. Всем пока.